Наконец-то лето! И мы все на Open Air! Я приветствую вас! Сегодня с вами буду я, диджей Alt! Сейчас за пультом MC Alex! Дальше он будет вести этот видеорепортаж! Со мной вы еще увидитесь! Непосредственно там, за стойкой! Я думаю, эта ночь будет жаркая! Продолжаем! Продолжаем! Готовы порвать этот пляж? Тогда погнали! А еще громче! Давай разгоняйся! Open Air! И в этой толпе мы выловили этого человека! Для тех, кто не знает, это человек, который остается обычно за кадром всех наших вечеринок. Это наш фотограф Денис. Если кому-то не нравятся фотографии, кто-то неудачно получился, то вот этот человек, которого надо бить, ловить и все остальное. Ну а теперь к делу. Денис, скажи, что ты думаешь по поводу сегодняшнего нашего опен-эйра? Как всегда, все очень круто. Что еще можно сказать? А вообще слов нету. Одни эмоции просто. Эмоции вы сами видите вот сзади. Очень... Денис, как всегда, очень... Без мата тут ничего не скажешь. Немногословный человек. Он весь в деле. А мы продолжаем. Это опен-эйр. И с вами диджей Alt. Доволен ли ты? Привет! Ну, на самом деле, хотелось бы сказать пару слов о сегодняшнем мероприятии. Все очень весело, позитивно, как мы рассчитывали. Достаточно много народу. Надеемся, кто-нибудь еще приедет. Вот. Ну, уже очень-очень-очень жарко. Спасибо всем, кто приехал. С вами был диджей Сингл. Панер 14 июля 2012 года продолжается. Еще только так подходит к серединке. А мы, я диджей, общаюсь с народом. О! Итак, как тебя зовут? Бор! Как? Женя. Женя зовут. Женя, как настроение? Супер! Вот я смотрю, у тебя друг такой интересный. Друг, как зовут тебя? Василий! Василий, я смотрю, ты в теме в таких очках.
Очень даже. Василий, скажи мне, ты первый раз на опен-эйре или в том году был? Первый раз, и здесь довольно-таки неплохо. Василий, а что ты ждешь от сегодняшнего вечера? Только улыбок. Василий позитивный человек, ведь с нами только позитивные люди. С вами диджей Альт, и мы продолжаем. Это Open Air, город Тихвин. Артем Гусь там. Ну, а я вот выловил прямо после выступления нашего постоянного диджея. Диджей Паша Оранж. Оранж, естественно, потому что рыжий, сука, как хер знает что. Но это так, лирическое выступление. На самом деле, Паша сегодня жёг. Народ был доволен очень его музыкой. А у меня вопрос такого плана. Паша, как ты считаешь, насколько наш народ, пардон, и приезжий народ воспринимает вот ту музыку, которая подается здесь и подается нашим, так сказать, небольшим диджейским коллективам. Ну что же, наступило лето. Короче, говори, сука! Сделали мы тот самый open air. Люди, конечно, довольны тем, что на природе люди танцуют. Перестань. Моя радость. Судя по реакции людей, ну, каждый оставил себе впечатление. Все танцуют, все довольны. Что тут можно сказать? Сами смотрите на это все происходящее-то. Я опять половину не понял того, что он сказал. Но это не важно. Главное, что народ ловит позитив. Все ловят позитив. Это самое главное. Я надеюсь, что, может быть, в этом году, может быть, если не получится, то в следующем году мы обязательно устроим еще не один Open Air. Мы устроим мюзик-фесты всякие разные. Я думаю, мы это сможем сделать. Павел, наш диджей Паша Ович, скажи, что бы ты пожелал на будущее нашим, я не знаю, сторонникам, давай так их назовем. Каким сторонникам? Нашей деятельности. Следите за новостями в группе. Чем можем, тем радуем. Будем больше проводить различных мероприятий. То есть найдем своего слушателя, найдем свой коллектив. Ну и, соответственно, будем отрываться. Спасибо. Это был диджей Паша Оранж. Он сегодня жёг. Ну а мы продолжаем. Еще там Артем Гусь. Еще буду я и Каш.
Татьяна, второй год приезжает, да, на наше мероприятие уже? Да, Татьяна? О, Татьяна из города Москва. Татьяна, как вам на наших мероприятиях? Вот так. Это хорошо, что все хорошо. Вот Юлю, я думаю, многие тикинцы знают. Тоже старая такая, старая закалки тусовщица. Юля, как вам сегодняшнее мероприятие наше? Да замечательно, все как обычно. Музыка радует. Нам приятно то, что вам приятно делать для нас. Это хорошо, что всем хорошо. И мы продолжаем. Это Open Air. С вами Альт. Наш Open Air в самом разгаре. Очень много народу, все очень позитивно. Я рад приветствовать диджея Артем Гусь на нашем опен-эйре. Низкий вам поклон, город Тихвин. Я поехал. Мы продолжаем. С вами по-прежнему диджей Альт. И мы на опен-эйре 14 июля на календаре. Как видите, все на нашем празднике отдыхают по-разному. Вот наша, так сказать, постоянная тусовщица Юля сегодня почему-то решила в такой позе встретить Open Air. Юленька, может, вы объясните нам, с чем связана такая поза принятия на Open Air? Ну, просто ты попросил. Не-не-не-не-не. Все для тебя. Все для меня? Вот так вот. Если все для меня, тогда мы должны идти в кусты. Пошли. Извините, я временно отлучусь. Пойду в кусты, еще увидимся, это диджей. А сейчас я рад приветствовать и всем вам представить одних из организаторов нашего опен-эйра, диджей Альт! Я не слышу вас, диджей Альт! MC Crash продолжает наш опен-эйр! Я вполне доволен этим мероприятием. Для меня это как второй день России. Это, ребята, народу море. Мне все нравится. Класс! Еще один представитель молодежи на нашем опен-эйре. Как тебе? Что ты можешь сказать? Все просто офигенно! Вот такие классные ребята приходят на наши мероприятия. Как вам? Все отлично, нормально, музыка хорошая, все хорошо. Поехали! Это, так сказать, мой коллега по работе, приветствую его на Open Air. Нравится? Конечно, нравится. Еще как нравится. Все хорошо получилось, все. Пип. Как вам, молодые люди? Абсолютно забрать на виду. Ну вот мы видим, что народу нравится. Все отлично, все супер. Мы продолжаем. Надеемся, что дальше все будет еще лучше. Yeah.
Вот такие замечательные девушки у нас на Open-Air. Как вам, девчонки? Мы вообще все отлично просто. Надо просто повторять это не один раз. Мне вот завтра на работу, но я все равно здесь, и мне очень нравится. Спасибо, кто организовал это. Это очень круто. Как вы прокомментируете наше мероприятие? Оно просто очень отличное. По сравнению с мурманскими, это просто шик. Спасибо, девчонки, отдыхайте. Итак, на постскриптум, так сказать. Чуваки, стойте! 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 Стойте, вот! Это главные поклонники наши. Чуваки, как вам Open-Air? Вообще зачет! Я рад, что вам понравилось. Давайте, ребята, жгите! Спасибо! Все, счастливо, ребят! Ну что же, наш Open-Air подошел к концу. Я благодарю всех, кто пришел сегодня к нам на этот, можно так сказать, наверное, праздник. Погода, конечно, можно было бы получше, но все-таки прошло более-менее хорошо. Обапил, сука, тупорылый, блядь. Спасибо всем, кто принял участие в нашем Open-Air. Надеемся увидеть вас в следующий раз. А сегодня по воле судьбы большую часть вечера на видеоотчете был с вами я, Диджей Альт. МС Алекс сегодня где-то был среди толпы, танцевал. Я думаю, вы еще с ним встретитесь обязательно не раз. Не знаю, не буду ничего обещать насчет нового Open-Air в этом году. Не знаю, как там жизнь наша сложится. Вот. Но спасибо всем тем, кто был. Спасибо диджеям. Спасибо народу. Спасибо вот ребятам, они столбы сносят красиво. А так, все кучало. Так что всем до новых встреч. И напоследок, самому главному отжигу сегодняшнему, который, к сожалению, не смог сыграть, в силу того, что народ уже был просто не готов, к сожалению. Но, Дима, так сказать, от увиденного, да, от увиденного. Ну, что я могу сказать? В принципе, в общем, все понравилось. Хотелось бы, наверное, побольше народу, получше погоду, побольше диджеев, наверное, лучшую атмосферу, чтобы вот не было вот этого всего мусора, там, снесенных столбов. В общем, что могу сказать? Давайте жить дальше, увидим, что будет. В общем, до новых встреч. Все. Будьте культурнее. Всем пока, до новых встреч. С вами был Альт и компания.